Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Видигард. В этом ролике я расскажу вам, как сделать ракету. Для того, чтобы сделать ракету, вам понадобится палка. Она называется Bowshot. Но реклама серьезно. И в принципе, когда мы поставили эту палку, да, она короткая. Возьмите больше всего короткую, потому что она хорошая. И очень будет при полете будет нормально. Берем вот палку и берем такое состояние. Мы будем делать небольшую ракету, а маленькую. У нас вот должно получиться вот такая штука. Давайте приготовим носик. Я уже поставила уже заранее вот эти вот штуки, носик. Да, у меня был один ролик, но я его не выложил. Почему? Потому что у меня получился провал. У меня получился провал потому что я когда делал ракету, да, я всегда, когда я делаю какие-то ролики, перед тем, когда я буду делать ролик, то я всегда это делаю. Если у меня не получилось какое-то видео, то я всегда говорю провал. Давайте пока поставим эти штуки. Надо их за суперсайнг, и надо сделать такую же копию, чтобы не заморачиваться. И нет, это не то, что вы думаете. И надо их соединить вместе по два раза, чтобы при полете они не болтались. Ну, если они не будут болтаться, но все равно они могут отлететь. Возьмем огнетушитель. Я не буду говорить, что это, потому что я в экспериментальном ролике я сделал полвидео. У нас должно получиться вроде такого. Это будет наш огнемет. И он как будто, знаете, в ракетах то, что вырабатывается энергия с помощью огня. И все. У нас ракета готова. Берите, чтобы она бесконечно работала, нажмите на кнопочку Toggle. Я сейчас и покажу, что это. Кнопочка Toggle. Вот она. Я ее обвел. Нажмите на нее, и у вас получится вот такая. Если она не поднимается, то это не значит, что она должна подниматься. Вы должны самому это сделать. У нас получается вот такая вот ракета. Если вам понравилась моя ракета, напишите в комментарии. Я старался перед этим роликом. И я думаю, что если будет 10 лайков, то я сделаю новое видео. Или просто сам сделаю. Наверняка для вас это будет несложно, а для меня это будет очень приятно. Всем пока!